Друзья, не могу не прокомментировать последнее заявление Дмитрия Медведева, который тот оставил в социальной сети ВКонтакте. Короче так, друзья, Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовал пост, в котором обвинил Казахстан в геноциде россиян и заявил о воссоединении СССР военным путем. В своем опусе Медведев все еще надеется, что российским военным удастся захватить Киев и аннексировать другие территории Украины. Он также переключился на Грузию и Казахстан, намекнув, что эти страны искусственно созданы и якобы должны быть в составе России. Друзья, я вам гарантирую, что это животное также смотрит и на Азербайджан. Этот овцебык блеет о насильном присоединении в новый СССР-2 всех тех республик, которые из него с радостью ушли. Если бы каким-то чудом слова этого компотолюба осуществились, и Россия действительно нагнула бы Казахстан и Грузию, хотя это фантастика, то я вас уверяю, друзья, что россиянское быдло пустит слюни на Азербайджан. Тяжело представить себе, что это создание недавно занимало пост главы российского государства. Их нужно жестко ставить на место, этих всяких Путиных, Медведевых, Шойгу и им подобных. Не будет мира на земле, пока все динозавры не вымрут.